Здравствуйте, дорогие друзья! Хотел записать очередное видео по выращиванию черри томата на осень. И в предыдущем видео мы показывали, что нужно делать для того, чтобы у вас не лопались плоды и быстрее созревали. То есть, вы видите, мы срезали лист. У нас практически лист остался под верхними кистями, потому что там еще происходит налив плодов. Нижние кисти мы оголили. Следующий момент, который мы делаем, это производим докраску наших плодов. То есть мы используем такие препараты, как цирон, либо агростим в дозировке 5 кубиков на 1 литр воды. И обрыскиваем наши кисти, чтобы быстрее ускорился процесс созревания. Плюс делаем несколько раз в неделю обработок по самим растениям. Это калий и магний. Дозировка где-то 25 калия, 25 магния на 10 литров воды. Это даст вам лучший цвет, то есть они будут намного лучше добирать цвет вашей кисти, плоды. Он будет яркий. И таким образом, то есть через каждые там 3 дня, 3-4 дня мы проводим опрыскивание самих кистей препаратами цирон либо агростим, чтобы ускорить созревание, и там 2 раза в неделю калий с магнием. Тогда будет намного быстрее созревать ваши плоды, и цвет на них будет яркий, насыщенный. Они наберут хорошо сахара. Вот. Вот так вот выглядят сейчас наши растения. Все спеет, все хорошо. Поэтому, если будут какие-то вопросы, пишите, задавайте. Постараемся на них ответить.